Хвостатая недвижимость. Волонтер осталась довольна своей работой. Очень редко это делает хозяйка домашнего мини-приюта собаки Семашка. Но сегодня женщина, хозяйка приюта, волонтер Марина Абельдяева, хочет похвастаться своей работой. Собственными силами удалось закончить строительство нового вольера. Прям полностью. Дело, на первый взгляд, не хитрое, но физически уж очень для женщины получилось тяжело. Особенно пришлось повозиться с крышей и дверями, где одной было совсем сложно. А с установкой тех же пола и стен справилась уже за несколько дней. Теперь осталось только застелить все линолеум. Так, конечно, выйдет несколько дороже, так сказать, по нашей смете, да, допустим. Но это добавит полу немного износоустойчивости, и в плане уборки будет куда практичнее и удобнее. Да и визуально будет смотреться намного симпатичнее, что тоже для волонтера имеет не последнее значение. И в целом, несмотря на то, что очередные инвестиции в собачью недвижимость опять получились весьма затратными, а само строительство очень долгим и сложным, результат более чем радует глаз. И хозяйка Марина Бельдяева, надеется, будет по достоинству оценен его будущими хвостатыми постояльцами. Ну а на фото вы можете видеть, как первый, так сказать, клиент уже смотрит здание под ключ, да, так сказать. И видно, что сделано все очень добротно, надолго. Ну, конечно, все зависит от эксплуатации и насколько будут аккуратными новые жильцы к своему вот новому домику.